Да. Что у вас там горит? Взрыв на лавном корпусе, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да. Поднимай на состав. Поднимаю, начальника поднял. Так всех, весь офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Леонид Алексеевич. Да. Алло, 3-й, 3-й и 4-й блок горит крыша в результате аварии взрыва. Уйдем, давай. Так уже подтвердили? Не подтвердили, авария там произошла у них. Это диспетчер 3-й сказала. Пожарная правда. Алло, Иванка. Вода. Значит, вы выезжаете в 3-й? Алло. Это я слышу. На атомную станцию выезжаете. Там 3-й, 4-й блок горит крыша. Алло, Полесская? Да-да. Вы, значит, выезжаете на атомную станцию, там горит крыша 3-го, 4-го блока. Так мне сейчас задавало, что этого сибирца бракует. Крыша тут, может, не любишь так, как мы. Но вот что мы тут делаем?